Земля от света повернет во тьму. Это грустно. Карьеру мошенников сделал. Опять попались. Вот это вот фотография. Вот согласитесь, что вы видели все. Это не то, что именно мне присылают. Это просто заходишь в Яндекс и видишь яблони Жигулевская. 300 рублей. За 300 рублей водку не берите, потому что она уже отравлена. Ну, цена раз такая. 300 рублей. А здесь адрес можно брать. Вот так вот. Как-то фирма называется Агросимфонд. Уже когда-то показывал. Я не буду показывать свою фотографию маточную. Я показывал. Вот. Сады Урала. Садовод, помни. Гражданка Миролева. Я же не прошу вас, вот, чтобы не то, что я заказал эту. Я просто набираю, какая будет погода. И день набираю, неделю набираю. Сколько она платит за эту рекламу? И не позорилась бы. Ну, да и сейчас никто не знает, откуда у нее саженцы. Где-то, помните, выше? Вот, с мировых производителей. А где ваши мировые производители? То, что у вас на сайте, все до единой фотографии со стороны. Включая те мои, которые вы уничтожили, которые еще до сих пор не уничтожили. Потому что вы не знаете, которые там еще мои остались. Вот. Так позорится, ну. С таким милым лицом. Ни чести, ни совести. А вот это я уже, как кто тут у нас был сейчас. Какой-то. Я просто, меня убили цены. Яблони 90 рублей. Алыча, вишня, дюки, абрикос 140. Ух ты, 140. Груша 120. Вот это цены. Так, ну еще не.